телефон. Прости, тут столько вещей. Косметика, ключи, клубок резинок, колода карт, степлер, фонарик, мини-фен. Мне нравится записывать свои мысли, не забыть разобраться в сумочке. Ах, вот он! Алло! Привет! О, ничего, на свидании с реально милым парнем. Сидит сейчас напротив и смотрит на меня. О нет, стой, теперь он смотрит вниз. О нет, опять на меня смотрит. Ну, мне пора, все, позвони потом. Все, пока. Твоя подруга? Нет, ошиблись номером. Три 3:26 утра. Эй, проснись. Давай, ты храпишь. Проснись. Да, Фей, проснись. Ах так, ладно. Обязательно так громко вздыхать? Ты мешаешь мне спать! Чистая ложь. Одну секунду. Одна. Я сказала, иду. Что стало с этой страной? Никто никуда не спешит. Вот почему Канада нас давно сделала. У тебя ребенок? Я так и знал! Я знал, что ты мне врешь! Я думал, что я тебя знаю! Я думал, что ты моя девушка! Я потерял над собой контроль! Я верил тебе! С меня довольно! Ты это слышишь? Это звук стены, встающей между нами! Забудь мой номер! Между нами ничего больше нет! Не-е-те! Нет! Этот ребенок не мой, а моей сестры. Я его нянчу. Какая симпатичная! Это мальчик. Бренч Банк. О боже! Чуть не забыл включить усыпитель. Банк потерял 10 миллионов долларов. Охранник банка лишился работы. Не смотрел бы он сладких снов, а ловил бы лучше воров. С вами был Элмер Джей Фат. 10 миллионов долларов? Обычно расплачиваюсь я, когда Даффи увольняют. Невероятно! Уволить за сон на работе! Что дальше? Запретить дышать на работе? Я кто, по-вашему, робот? Я похож на робота? Я сделан из металла, я издаю звуки, как робот мигает всякими огнями. Я ем гайки и болты на завтрак? Нет! Я ем на завтрак буррито каждый день. Назови хоть одного робота, который ест на завтрак буррито. Не можешь. А знаешь, почему не можешь? Потому что у роботов нет души. Так, кто-нибудь может мне сказать, о чем я сейчас говорил? Я не знаю. Я перестал слушать после роботов, которые едят буррито.
Знаешь что? Так даже лучше. Без работы я могу делать все, что хочу и когда хочу. В конце концов, это мой дом и мои правила. Даффи, это мой дом и мое правило, если ты здесь живешь, тяни сам свой вес. Что это значит? Так что, вноси свой вклад, работай по дому, плати за что-нибудь. Я работаю. Не работаешь. Но я же плачу. За что? На днях я купил кожаные носки.